В жизни Марата Башарова наступила настоящая черная полоса. После скандала с избиением жены Елизаветы стало известно, что артист все-таки разводится. И пока продюсеры «Битвы экстрасенсов» размышляют, стоит ли увольнять звезду с поста ведущего, организаторы спектакля «День сюрпризов» уже сделали свой выбор. Сейчас постановку заморозили, а роль Башарова уже активно учит Сергей Астахов. Журналистам удалось выяснить, что спектаклю изменит название, и скандальный артист больше не будет принимать в нем участие. Перемены связаны лишь с одной причиной – зрители не хотят идти на культурное мероприятие, в котором задействован Марат. То, что Башарова изгнали из спектакля «День сюрпризов», это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока. Например, в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал с Анной Банщиковой со спектаклем «Любовь». Собак-собака. Точка. Ру перезагрузка. Но в перезагрузке, несомненно, нуждается и сам Башаров. Иначе, с большей долей вероятности, он может кончить печально, рассказал инсайдер. Сам артист проблемы с работой никак не комментирует. Скорее наоборот, Башаров всеми способами пытается доказать, что развод не будет для него болезненным и не повлияет на его дальнейшую карьеру. Напомним, что об очередных проблемах в семье артиста стало известно в конце декабря. Тогда стар-хит узнал, что Марат Башаров жестоко избил жену и сломал ей нос. Позже и сама Елизавета подтвердила скандал в семье и подала документы на развод. «Я была уверена на 100%, что такого просто не может быть. Но, увы. Позже я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил идти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо, делилась переживаниями Шевыркова. Сейчас супруги, по всей видимости, не общаются, а Башаров сосредоточился на спасении карьеры. Ранее появлялись слухи, что артиста могут уволить с поста ведущего программы «Битва экстрасенсов». Эту должность Марат занимал целых 10 лет. Ну а поклонникам звезды остается надеяться лишь на то, что со временем он сможет справиться со вспышками гнева и останется в профессии. По материалам ege.ru.